Сегодня 31 августа, нахожусь в Коломбо, столице Шри-Ланки. Друзья пригласили в главный буддийский храм от дерева Бодхисаттвы, под которым Будда Шакьямуни просветлился. Ламы, монахи дали мне серебряный сосуд со священной водой, с лотосом. И сейчас я полью это священное дерево для всех буддистов мира, с пожеланием всего благополучия от всего калмыцкого народа. Я эту воду поливаю, это дерево, чтобы Калмыкия процветала, чтобы народ не болел, и все мы прошли эту страшную болезнь, чтобы пандемия кончилась, за здоровье всех жителей Республики Калмыкии, за здоровье всех буддистов. Это серебряная вода Будды Шакьямуни. Мне дали эту красную материю. Это традиция на дерево Бодхисаттвы, дерево Будды Шакьямуни. Надо его повязать.